В Иркутске тем временем появился новый трамвай. У вагона плавный ход и торможение, салон имеет переменный уровень пола и пандус для маломобильных граждан. Предполагается, что новый трамвай начнет перевозить пассажиров уже этим летом. В чем уникальность вагона и какие испытания он проходит, прямо сейчас узнаете в следующем материале. Мы с вами ключиком завели ее. Водитель-наставник Ольга Бандюгина уже более 30 лет управляет и учит других управлять трамваями. Но панель нового вагона рассматривает с любопытством. Уже сейчас понятно, что современная машина, прибывшая в Иркутск, должна понравиться горожанам, ведь это новый уровень комфорта. Вагон этот очень мягко, плавно включается. На нем нет ни сервомотора, на нем, который, вот, когда на этих старых вагонах вы чувствуете, ездите, и всегда есть какой-то рывок при включении. То есть это сервомотор не успевает либо выводиться, либо сцепление колеса плохое. А здесь он плавненько начинает движение, плавное торможение у вагона. Вагон прибыл в Иркутск с Урала. Он такой первый в городе с переменным уровнем пола. Его низкопрофильная часть предназначена для маломобильных граждан. В самом вагоне есть камеры видеонаблюдения, имеется система кондиционирования. В салоне в специальном лотке есть песок. Он подается прямо на рельсы для предотвращения пробуксовки. На крыше расположено оборудование, защищенное от пыли и грязи. Там также имеется система диагностики неисправностей. И даже если подача электроэнергии прекратится, трамвай это остановит не сразу. Этот вагон может, кстати, ездить без подачи высокого напряжения до 400 метров. То есть 400 метров он может ехать без напряжения чисто на аккумуляторной батарее. Изначально в Иркутск прибыл современный кузов. Отдельно докупались комплектующие, а собирался уже в депо. Кроме этого, сейчас в цехе депо идет капитальный ремонт старых вагонов. Ход работ лично проверил мэр областного центра и обозначил перспективы по модернизации трамвайных путей и контактных сетей. Следующий год мы будем заниматься уже модернизацией как трамвайного, так и троллейбусного парка. Они экологически чистые, они привычны горожанам, но, безусловно, мы должны выходить на новые стандарты, нового оборудования, удобного для горожан. Ну а новый вагон впереди ждут еще ходовые испытания. Для этого трамвай поочередно протестируют на всех городских маршрутах. После этого будет принято окончательное решение о ветке, по которой и будет ходить трамвай. Олег Федоров, Иван Волобуев, новости по будням.